И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. В этом предновогоднем выпуске я подготовила для вас обзор нового и интересного, на мой взгляд, проекта, который намерен как следует ворваться в 2022 год и покорить его своими рабочими инструментами. Знаю, звучит все это, быть может, немного пафосно, однако почему бы и нет? Тем более, что концепция у проекта действительно очень перспективная и многообещающая, о которой более подробно я и предлагаю вам сейчас узнать. И как вы уже заметили, исходя из названия данного видео, речь сейчас пойдет о проекте под названием Shibay Pay. Да, вы правы, тема с шибом до сих пор не отпускает многих разработчиков. И я считаю это и не хорошо, и не плохо. Наоборот, я думаю, что многие таким образом просто хотят отдать должное такому легендарному токену, как Shiba Inu. Что в свою очередь, согласитесь, уже неплохо. Но как бы там ни было, несмотря на то, что сам проект Shibay Pay выглядит как мем-токен, в нем все же заложены очень серьезные возможности и инструменты, используя которые пользователи со всего мира смогут беспрепятственно оплачивать любые свои товары или же услуги мгновенно, используя при этом свою криптовалюту в качестве платежа. Знаю, быть может, я вам Америку и не открыла, но не спешите делать выводы, ведь вся криптовалюта, хранящаяся в вашем Shibay Pay Wallet, мгновенно сконвертируется в фиат в самой точке продажи. А это, согласитесь, уже звучит крайне интересно. То есть, какая бы у вас ни была криптовалюта в Shibay Pay Wallet, конвертация все равно произойдет мгновенно, да еще с минимальной комиссией – до 1 доллара. При этом, как заявляют разработчики, в рамках кошелька вы еще сможете открыть себе дополнительный счет и заблокировать свои средства от 9% годовых. А обеспечивать все это позволяет технология блокчейн – Binance Smart Chain и надежно защищенный смарт-контракт. Выражаясь простыми словами, Shibay Pay стремится устранить тот самый барьер, который порой сдерживает новых пользователей от использования криптовалют, так как без надлежащих инструментов пользоваться ими в повседневной жизни становится слишком проблематично. Однако теперь с Shibay Pay все это может кардинально измениться. Более того, как я уже вам сказала в самом начале, на 2022 год у Shibay Pay грандиозные планы, среди которых назначена еще и разработка полностью независимой платформы, не имеющей аналогов в мире, которая помимо обычного обмена, фарминга и стейкинга будет включать в себя еще и целый ряд других не менее приятных функций, позволяющих всем пользователям получать от взаимодействия с Shibay Pay еще больше пользы. При этом, если внимательно взглянуть на доступную дорожную карту проекта, то мы увидим, что совсем скоро Shibay Pay ждут многочисленные листинги как на информационных порталах, так и на децентрализованных биржах. А еще запуск и разработка своих приложений и, конечно же, активный маркетинг. Но как бы там ни было, все это нас ждет уже в следующем году. А сейчас токен Shibay уже доступен для покупки на такой популярной платформе, как PancakeSwap, где вы легко себе его можете приобрести, обменяв свои имеющиеся BNB. И это неудивительно, так как 25% от общего предложения токенов уже отправлено на ликвидность на PancakeSwap. Еще 60% заблокированы с последующим сжиганием по 2% от этого количества в квартал, что, как вы понимаете, будет служить естественным дефляционным механизмом для Shibay, сокращающим его общее предложение в сети, повышая при этом не только стоимость, но и ценность для его активного сообщества. Что же касается графика торгов, то просмотреть его мы можем уже прямо сейчас на dextools.io, где, собственно говоря, и увидим приятный восходящий тренд Shibay, чему лично я очень рада. Но как бы там ни было, я все равно напоминаю вам, что мои обзоры носят исключительно информационный характер и ни к чему вас не призывают. Поэтому после просмотра видео я, как всегда, рекомендую вам проводить свое собственное исследование проекта, осуществить которое вы легко можете посредством официальных социальных ресурсов проекта, ссылки на которые я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Кстати, у проекта есть свой официальный русский телеграм-чат, где вы можете задавать любые интересующие вас вопросы и напрямую пообщаться с админами данного проекта, что, как по мне, тоже очень важно. В любом случае, я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале CryptoLady уже совсем скоро. А пока желаю всем вам отличного дня и новогоднего настроения, ведь с вами по-прежнему была я, ваша CryptoLady. Всем удачи и пока!